Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. У меня Ford Orion 87 года. Перестали работать нормально поворотники. Получалась такая ситуация. Включаю поворотник мигает пару раз поворотник и перестает срабатывать вообще. Проходит буквально секунд 20. Он опять срабатывает, моргнул пару раз и опять перестал. Решил разобраться, в чем дело. Ну, первое, что может быть, как я подумал, реле. Полез под капот, под капотом реле не нашел. Соответственно, ну как так может быть, если срабатывает, мигает, соответственно, есть и реле. И обратил внимание, сел в машине и слышу, срабатывает где-то рядышком. Решил разобрать рулевую колонку. Снял обшивку. Вот обшивка родная. Вот. Открутил два болта, на котором крепится механизм поворотов, вот, и света. Соответственно, на нем и находится кнопка аварийки. И обнаружил такую ситуацию. Вот фишки, которые подключаются. А вот находится реле. И вот в нем, оказывается, была проблема. Сейчас вот все работает хорошо, заменил реле, так что имейте в виду, где искать реле переключателей. Все, спасибо, подписывайтесь. Если что-то будет новое, буду выкладывать.